Дагестанский гуманитарный институт вскоре вновь откроет свои двери для учащихся. Перед днем зданий в стенах вуза прошло совещание руководительского состава. Были обсуждены планы и задачи на предстоящий учебный год. Накануне учебного года с профессорско-преподавательским составом общался мой коллега Абдулла Алиев. Уже больше 10 лет Дагестанский гуманитарный институт выпускает в свет высококвалифицированных специалистов. Уникальность вуза заключается в сочетании светского и религиозного образования. Со дня основания его одной из главных задач было воспитание молодежи в духе патриотизма с привитием духовно-нравственных ценностей. Впереди новый учебный год и новая ступень в истории гуманитарного института. И, соответственно, прием в этом году был намного больше по всем направлениям подготовки. То есть у нас все группы необходимые по направлениям подготовки. Они укомплектованы. Постараемся, чтобы те студенты, которые поступили у нас и получили соответствующее образование, получили соответствующее сочетание как светское, так и религиозное образование. Как и раньше, ДГИ дают высшее образование по нескольким направлениям – теология, лингвистика, журналистика, экономика и международное право. Студенты института имеют возможность стажировки и курсов повышения квалификации в российских и зарубежных престижных вузах. В этом году будет вестись упор и на преподавательский состав. К работе привлечены специалисты с ученой степенью. Хотелось бы отметить, что прием у нас в Дагестанский гуманитарный институт продолжается. И, соответственно, всем желающим, всем нашим дагестанцам или иностранным гражданам и так далее, наши двери открыты. Но мы, соответствующие, что касается получения образования, отвечаем за это и, соответственно, дадим те необходимые образовательные стандарты, которые должны быть ими получены. В скором времени вуз перейдет на новое место, в котором, по словам руководства института, студентов ждут еще более комфортабельные условия. На данный момент идет заключительная часть подготовки нового здания к началу учебного года. Абдулла Алиев, Гилач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала.